Здравствуйте, дорогие друзья! У нас с вами заканчивается год, новогоднее настроение. Вот такие замечательные шарики мы сделали, и я вам рассказывала, как их можно смастерить своими руками. А сегодня поговорим о том, чем можно заняться в длинные новогодние каникулы. Наша тема – что посеять в январе. Посмотрите, сколько у меня здесь лежит уже семян. Вот эти все растения можно сеять именно зимой, и некоторые растения нужно сеять зимой. Я только хочу от чего предостеречь. Вот не нужно сеять все подряд. Нужно как-то, во-первых, рассчитать и собственные силы, время по уходу за рассадой. Ну и, во-вторых, площадь на ваших подоконниках. Вы учтите, пожалуйста, что впереди у нас еще будут с вами посевы перцев, баклажанов, томатов. И их тоже нужно будет где-то разместить. А если мы все займемся сейчас цветочками, то места у нас просто может не хватить. Итак, что же посеять нам в январе? Но первое – это растения, которые требуют какой-то стратификации. Я уже рассказывала в одном из роликов, что такое стратификация. И сейчас вы на экранчике просто увидите список тех растений, которым стратификация нужна. Ну, я вам только вот два, например, покажу. Это аквилегия. Очень призываю всех выращивать этот цветочек. В общем-то, неприхотливый, а сортов сейчас огромное количество. Они и желтые, они и темно-темные, фиолетовые, почти черные, они и двухцветные, и махровые, и каких только нет. Вот вы в продаже таких кустиков аквилегии можете и не встретить, а вот из семян их очень даже можно вырастить. Разброс, конечно, получится у вас большой, то есть может быть не то, что совсем изображено на картиночке, потому что вы знаете, что семенами свойства не передаются 100%, но тем не менее вы можете получить очень интересные окраски. А дальше вот здесь я вам показываю, это камнеломка Арнца, все, наверное, ее знают. Еще у нее такое не очень есть название, могильная травка. Вот, как мох она такая выглядит, а потом цветет либо беленькими, либо розовыми такими цветочками. И коврик буквально такой образует. Зачем ее сеять? Вот знаете, дорогие друзья, есть в интернете, даже можно посмотреть такие дизайнерские решения, когда вот эта камнеломочка используется в виде бордюров или в виде ограждения клумб, такого очень красивого, живого, да, низенького бордюрчика. Вот в этом случае понадобится очень много растений, и семенное размножение, оно здесь тоже будет оправдано. Это вот те растения, которым нужна стратификация, да. И еще списочек я вам вывела на экран. Теперь еще посмотрите, вот со стратификацией лучше всходит земляника. Если семена свежие, можно посеять и без стратификации, она у вас зайдет. Но если вдруг семена у вас по какой-то причине не всходят, то можно положить эти семена в холодильник, как я вам рассказывала в предыдущем ролике, то есть уже посеянные в холодильник, и они взойдут лучше. Вот посмотрите, я из нашего интернет-магазина взяла, сколько здесь сортов, и мелкоплодное, и крупноплодное, то есть вы можете тоже вырастить достаточно хорошую рассаду. Вот если с крупноплодной, тут еще вот могут быть сомнения, а получится ли такие же крупные там ягоды, получаются, очень даже получаются. Вот, то с мелкоплодной все чудесно получается. Я сеяла неоднократно, и белую сеяла, и красную, и желтую у меня была, это земляничка. Сейчас она уже у меня размножается, я ее, конечно, уже не семенами сею, но тем не менее, вот, пожалуйста. А еще почему землянику нужно сеять зимой? Развивается она очень долго. И вот чтобы к весне вы получили кустики, и уже в этом году у вас созрел урожай,
пожалуйста, сейте ее зимой. Но надо сказать, что земляника прекрасно вырастает, посеяна в марте месяце. Вот ремонтантные сорта у вас успеют к концу лета дать урожай. Ну, а обычные сорта, конечно, нет. Они у вас уйдут просто зелеными кустиками на следующий год. Естественно, мартовские посевы будет вырастить намного-намного легче. Вот, так что выбирайте, какой вам вариант ближе. То ли вы зимой это будете сеять, то ли вы оставите это все до марта. Теперь вот чудесное растение. Это эустома. Не все знают это название. Это растение срезочное. Продаются эти замечательные цветы в магазинах цветочных, в букетах. Очень хорошо стоят в вазе. И можно их вырастить в саду. Вот еще аналог таких срезочных цветов – это гвоздика шабо. Ну, вот эти вот обычные махровые гвоздички крупные – это тоже срезочный такой подарочный букет. Но вот с гвоздикой шабо не у всех получается. Вырастают зеленые кустики, а хорошего именно букетного качества цветка не получается. Вот с эустомой я уже много-много примеров слышала, что очень даже неплохо. У нее есть только тонкость у этой эустомы. Нужно очень следить за влажностью почвы, и после того, как она прорастет, ей нужно снизить температуру. Развивается эустомка очень медленно, поэтому тоже вот ее советую сеять в январе. Обязательно досветка, обязательно. И вот что касается эустомы и многих, кстати, других цветов, утром и вечером досвечивать не получится. Не хватит этого освещения, потому что днем у нас тоже пасмурная погода, катастрофически из окна света не хватает. И у вас днем эти растения будут вытягиваться, а не вечером. Вот если вы только до работы включаете с утра и после работы, так не получится, она все равно у вас будет тянуться. Поэтому ставьте под лампу и держите ее 12-14 часов именно при полноценном таком освещении. Эустомы очень разные. У нее чудесные, нежнейшие есть окраски, и розовые, и белые, и двухцветные, и необыкновенно сиреневые, такие красивые. Сложение бутона у нее напоминает розу, за что ее и называют ирландской розой. Попробуйте, стоит это растение того, чтобы попытаться вырасти. Вот очень замечательный цветочек, как раз неприхотливый. Вот если с эустомкой придется как-то немножечко повозиться, то вот Ванька мокрый или бальзамин, он прекрасно себе развивается. Единственное только, что вот долго это развитие идет. Чтобы получить цветущие кустики к маю месяцу, вот прелесть этого бальзамина в чем? В том, что он цветет на протяжении всего лета. Это не характеристика из именно вот описания, да, это собственный опыт. Если он в мае начинает цвести, заканчивает он перед заморозками. Заморозки его убивают, но вот он цветет, 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 неутомимый такой. Бальзамины прекрасно размножаются черенками, никакого труда не составляет их укоренить, они в воде и в земле чудесно укореняются, но вот если вы будете семенами размножать, у вас есть возможность получить совершенно потрясающие расцветки. Сейчас есть и оранжевые, и белые, и двухцветные, и махровые, и каких только нет. Еще одна возможность, вот бальзамин это всем привычный вот такой вот бальзаминчик, правильно он называется, вот тут вверху название, бальзамин Уоллера. А если вы посеете новозеландский бальзамин, это огромные крупные цветки, насыщенная яркая окраска, и вот такие кустики в продаже стоят сумасшедших денег. Вы должны будете по 250-300 рублей за один вот этот цветущий куст отдать. Если вы посеете семенами, то получите бесплатную рассаду очень красивых цветов. И опять же, эти новозеландские также цветут на протяжении всего лета.
Вот растения, которые всем без исключения нравятся, это виола или анютины глазки. Посмотрите тоже, сколько потрясающих сортов можно приобрести по почте, если у вас нет рядышком хорошего магазина, да, и тоже здесь вот и расцветки совершенно разные, и волнистые с фистончиками лепесточки, и махровые, но разные. Виолу очень просто вырастить посевом в грунт. Это где-то июнь, июль, август, даже может быть месяц. Как у вас, значит, там позволит время, пространство в саду и так далее. Но в этом случае, естественно, эти растения зацветут только на второй год. Если вы посеете в январе, то цветущие кустики получите в мае. И опять же у вас эта растенница, эти милые анютины глазки будут все лето цвести. Ну, о примулах у нас был отдельный видеоролик, я даже показывала, как сеять. Мы с вами и по снегу сеяли, и поставили на стратификацию в холодильник. Посмотрим, как они будут себя вести. Пока вот что-то вот они там не очухиваются. Может быть, я взяла старые семена. Дальше. Вербена. Вот по поводу вербены, вот что я могу сказать. Ее советуют в январе сеять, но всходит она очень долго, очень недружно, развивается медленно. И вот мне очень хорошие такие садоводы еще очень давно посоветовали, не надо торопиться вербену сеять в январе. Такие рекомендации есть и в литературе, и в интернете, но на самом деле при посеве в марте она успевает нормально развиваться, там больше света, меньше хлопот с ней, и вот это как раз вот растения, которые не обязательно совершенно сеять в январе. Там дело в том, что вот на протяжении еще 3 месяцев, от января до марта, развивается зародыш в этих семенах, вот такая у вербены особенность. Поэтому мартовские посевы бывают более удачными и дружными. Так, теперь, значит, вот дельфиниум. Есть тоже рекомендации сеять зимой и сеять именно со стратификацией, и стратификацию даже проводить под снегом, то есть это промораживание. Но, дорогие друзья, вот это не совсем соответствует действительности. Если минусовыми температурами обработаны семена вот этого дельфиниума, они не сохраняют свою окраску. Я не случайно здесь вот разные взяла пакетики и с розовой окрасочкой, и с белой, и с пурпурной, и вот с такой ярко-синей. Если только промораживание произойдет, то уже вероятность, что розовая окраска не сохранится, очень-очень высока. Поэтому, если проводите стратификацию, то только в холодильнике при низких положительных температурах. Так, вот это флокс многолетний. У нас тоже отдельный видеоролик был о том, как сеять флокс и проводить стратификацию. Очень просто. Вы сеете в плошечку и под снег, и все, до весны это все забыли. Весной вынимаете либо на подоконнике, либо уже прям сразу в парник ставите, и там они у вас сходят. С флоксами, с многолетними все очень хорошо получается. Флоксы размножаются прекрасно черенкованием и делением куста, но если вам требуется большое количество посадочного материала, тоже есть смысл размножить это семенами. Еще, вот если у вас просто чешутся руки, не нужна вам вот эта вот многочисленная рассада, с которой надо возиться, следить за поливом, досвечивать и так далее, посейте, пожалуйста, какую-то зелень просто на окне, чтобы порадовать себя вот этими нежными листочками с такой чудесной свежей зеленью. Прекрасно всходит руккола, прекрасно всходит крест-салат. Его можно сеять даже не на землю, а вообще на ватные диски. Можно сеять в гель этот вот крест-салат, да? То есть вот это вот все прекрасно вырастает. И еще что я хочу сказать о посеве зелени зимой. Вот без досветки даже не пытайтесь вырасти, скажем, укроп. Это настолько светолюбивые растения, что без досветки на окне вы получите хиленькие, почти без запаха травиночки. И даже одной лампы, если вы вот лампу дневного света над ним установите, не хватит у вас.
То есть вот укроп не надо сеять зимой. Всю остальную зелень, ну, можно. Она, конечно, будет не такая крепкая, как на улице, но будет ароматная, и витаминчики тоже свои вы получите. Кроме того, что я вам здесь сейчас показала, я уже называла такое растение, как гелиотроп. Очень красивые, очень ароматные такие получаются соцветия, ярко-фиолетовые. Гелиотроп развивается тоже очень долго, из-за этого его рассада очень дорого стоит на рынках. И купить, скажем, несколько кустиков, чтобы все-таки получить вот, ну, какой-то красивый там букет у себя на клумбе, или как-то их бордюром или еще высадить, да, это нужно выложить кругленькую сумму. Если вы посеете гелиотроп у себя рассадой, то, естественно, это все будет бесплатно. Удовольствие совершенно точно получите. Вот запах у него ванильный, говорят, такой конфетный, или вот еще такое устоявшееся выражение есть, он пахнет вишневым пирогом. Еще про одно растение я вам расскажу, представлю заодно наш журнал. Вот это волшебный сад, его можно выписать по почте, можно в Нижнем Новгороде купить, ну и в других городах тоже можно купить в киосках Роспечати. И вот здесь статья о том, как выращивать цинерарию из семян. Вот эта цинерария гибридная, вот она на верхней фотографии, все вы прекрасно видели в магазинах такие яркие кустики. Тоже очень долго развивается, и тоже ее надо сеять в январе. Вот. Поэтому, пожалуйста, вот здесь вот такие подробные сведения имеются. Еще какие растения? Это бегонии. Бегонию клубневую можно вырастить из семян. Опять же, один клубенечек у вас стоит от 50 рублей. Вы, если это сеете, то сразу получаете хотя бы там 3-5 кустиков. Там эти горошинки буквально вот в ампулках штучно продаются. Тем не менее, это все равно получается дешевле. Да, хлопотно, но зато как приятно, когда вот эта вот малышка буквально из пылиночки выросла, и вы получили цветущий куст, радуйтесь все лето этому цветущему растению. Бегонию клубневую надо сеять как можно раньше, потому что от сроков посева зависит величина клубенька, какой нарастет клубень. И в дальнейшем это сказываться тоже будет на качестве хранения этого клубня. Проще вырастить бегонию всегда цветущую. Тоже масса у нее всяческих сортов. И с зелеными листочками, и красными листочками, и цветы белые, розовые, красные, алые, там всевозможные. И это растение, опять же, посеянное вот таким большим количеством, вам даст в саду ощущение обильно цветущего сада. Высаживайте ее бордюрами, высаживайте ее в вазоны, высаживайте вокруг там клумб своих, и вот эта бегония будет радовать вас все-все лето. Еще советуют лобелию сеять в январе. Я не советую этого делать. Я сеяла в марте. Прекрасно моя лобелия выросла и цвела. Вот это растение, с которым не нужно возиться, начиная с января месяца. Ну что ж, вот может быть я какие-то растения и пропустила, которые можно и нужно сеять в январе. В общем-то, я сказала вам о тех нюансах, которые нужно соблюдать. Это обязательное досвечивание январских посевов. И светить нужно буквально там до конца марта, потому что и в марте у нас бывает света очень мало. Но зато вы будете порадованы тем, что вырастили самостоятельно от семечка вот такие замечательные цветы. Фитосветильники для досветки рассады и домашних цветов, качественные садовые секаторы и пилы-ножовки, автоматические проветриватели теплиц, а также большой выбор биопрепаратов для лечения и удобрения растений. Загляните в интернет-магазин «Белая аллея».